От состояния на сегодняшний день на 100% жилищного фонда города и 100% объект социально-культурного назначения отопление подано. Горячая вода и отопление есть везде. Качество воды в настоящее время зависит от режима работы котельной. Так как у нас сейчас очень сложный период, тепло на улице, и котельная работает не в полную мощность, то не во всех домах по объективным причинам вода соответствует норме. Но это, так сказать, у нас поправится в ближайшее время. В субботу было принято принципиальное решение о запуске мини-котельной. Мини-котельная была в субботу запущена, и тепло и горячая вода была подана на скобяной 6.6 и 6А. В настоящее время котельная, мини-котельная работает в штатном режиме. В соответствии с решением главы города, на этой неделе будет комиссионная проверка ее готовности к работе в рабочем режиме в зимний период. Аварийное отключение реально сейчас у нас в городе по дружбе 12-14-14А по домам. Работы ведутся в течение сегодняшнего дня, работы будут закончены. И у нас авария есть на Звездочке. Реально дом 33 не остановлен. Работа начинается сегодня. И я думаю, в течение завтрашнего дня мы ремонт закончим. Ходьковский проезд, реально аварийной ситуации нет. Значит, дом сейчас, после того, как устранили аварию, находится в режиме перезапуска. Я надеюсь, также сегодня данный вопрос будет решен. Ремонтная работа по проспекту Красной Армии, Зеленый переулок, на этой неделе будет завершена. Работы по благоустройству не проводились также по объективным причинам, так как грунт был мягкий, и реально мастить, ставить отмостку на мягкий грунт было нецелесообразно, потому что она просядет. Грунт сейчас реально уплотнился из-за дождя, и на этой неделе, начиная с завтрашнего дня, мы также данную работу возобновим, и до конца недели благоустройство будет закончено.